прочая херня. А это все не то. На кабанов вообще нереально задротами соревноваться. Я тебе говорю, вот было соревнование, типа убей всех свиней сколько сможешь. Да. И это, пока я убил там килограмм на 300, к примеру, да, он уже убил там больше, чем на тонну. Я так еще, о, у меня там первое место, потом туда-сюда, о, у меня второе место, а потом, о, бля, пиздец. У меня 300 килограмм, ну, я убил там 3-4 свиньи, например, да? Ну, пускай там побольше будет, а у него там 1,5 тонны, тонна, блядь. Потом смотрю, что он еще вообще столько на их настрелял, блядь, что мне в принципе уже не тягаться. Я еще на работе тогда охотился. Лол, прикинь, косуля не упала с первой пули. С 9,3 на 62. Хреново попал, вот могу только сказать. А там, правда, метров 200, наверное, было. Но все же, 9,3 на 62, самая огромная пуля винтовочная, которая есть. Я не говорю про 12-й калибр. Ну, она самая Винтовочная пуля. мощная, но не самая точная. Ну, Так вот. да. А с 300 я бы просто разорвала. Так, лиса. Мне нужен еще один лисий след. Узнать, сколько она весит. Но что-то у меня есть такое мнение, что это как раз лиса 0,10, которую я стрелял. Да, это она и есть. Не пойду я за ней, пошли вы. Я же могу сделать это вот так. Потом сделать так. Медведь. Двойной экспириенс на определение медведей. Двойной экспириенс. Ты. А вот медведю понравилась главная пуля, а косуле не понравилась. Я попал левая легкая, так-то и со 188 метров.
И она не сдохла, понимаешь, сразу, косуля. Сколько она пробежала? Пару метров поди там. Ну да, ну это косуля. Медведь никуда не бежал. Ну, медведь-то ты ближе стрелял, наверное, правильно? Нет. Тоже 188 метров. Ну, примерно так. Да. По-любому на пару метров ближе. Ну, сейчас посмотрим. Ну, там может больше, чем на пару метров. Сейчас посмотрим. Сейчас я подберу. А у меня так-то Ловко тут в доту много. зайдет. Да? У меня много медведей так-то здесь. Нравится, конечно, да. Восходил к тебе, где-то благородный, кричал, арьяр, там, я тут. Ну вот, я пришел к своему медведю. Так, во-первых, косуля весила килограмм 20, да? Ну, я со 140 метров стрелял, ладно. Но так он и весит 388 килограмм. Правая легкая печень. 25 очков. Плохой, неплохой. Но если бы я черного убил на 25. Нихера себе, черный на 25. У них 24 максимум, по-моему. Да. Ай, остановись. Блин, мне же надо с 300-й винтовки убивать медведей. А, это черный, нормально. 5.15, я нашел следы, 5.15. Все. Вдруг она недалеко. Хотя и Сдохла. сделал два выстрела. 300-й медведя кричит. Да, но черных надо. Не меньше, чем на 18 очков. И медведя там, да? Да. И Но сегодня неплохого медведя убил. Хоть и не чемпионский медведь, но для меня это самый крупный медведь, которого я когда-либо видел. Вот Вовка в доту и зашел. Надо еще купить вот эту всю херню для охоты на уток. Ага, кто это Это сделал? енот. А я слышу свою лису 5.15. Она где-то далеко-далеко в горах. Высоко-высоко в горах. Да. Да. И придет она Так, ко а мне или где? нет? Я не понял. Ну, она не сдохла, что ли? Она же Гы. легла. Она легла спать, проснулась и ушла. Ну, она лег. Сейчас я догоню все равно. Да хоть в упор могу стрелять, да, хоть на дальнюю дистанцию. Так, 30 метров до дерева. Ну и все. Кажется, слышу лису. Делай ее красиво. Не, показалось. Либо она подбежала и остановилась. Все-таки. Ну, по-моему, лиса, которая крикнула, она уже по-любому придет на манок, да?
Да? Да которые молча идут, им похеру. Ну, неплохо тоже. Лучше, чем мой 97. Так, что у меня с лицом не то? Не нравится мне лицо мое. В смысле? Надо поменять. Я только заметил. Что за Пластическая лицо такое? операция? Я надо настройки зайти. Бороду, что ли, хотя бы завести все это. Это какой-то есть там, типа. Светлобородый какой-то тип. Надо найти его. Блин, надо было дальше идти мне, ну ладно. Вовка с Витюшей или без Витюши? Вовка один. Соло ММР. ММР будет катать. Морковка. Лорд-то играл, ёкарный бабай. Писал, смотри, я сейчас буду играть там. Мне даже патики дал. Не, говорит, давай, пошли. Главное, до этого я ему написал, ты что не играешь? Через пару часов ответил мне. Я сейчас буду играть, смотри. Мы на охоте были, я говорю, все, некогда. Говорит, хватит играть в охоту. Я его в доту звал. Ой, в охоту, то есть. Так что мне делать? Идти за ней? И лесу. Но она была очень далеко и очень высоко. Мне туда не пройти. Придет. Это медведик довольно близко. Она убежала. Лола нашла ко мне. Я говорил, жди, эх ты. Пиздец. Ладно, может он далеко не убежит? Не знаю, не знаю. Так, я ее слышал. В метрах 30 от меня. Может, это была не она? Другая лиса? Блин, наушники одел, теперь мне все звуки слышно. Я думаю, что они всегда рядом со мной ходят. Это другая лиса убежала. Но она тоже 5.15. Ого-го. А, что-то как попал, интересно. Ноль десять. Сериальчиков-то там вышло, ой-ой-ой. Этих О, разных. завтра или послезавтра мой доктор кто выйдет? О, вы вышли. Грим вышел, я начал. С Грим. 29-го будет выходить этот время приключений. Продолжение. Так, кстати, я не знаю, когда Игра престолов выйдет. Я не смотрел уже. В декабре, наверное. Главное, чтобы Хоббит вышел. Да, Там Хоббит все надо. херня.
Это что, благородный? Ладно, не страшно. Этот лису надо найти. Да, даже может быть лиса 0.10 была рядом со мной. Вот, 5.15. Пойду я за ней. Вообще это все херня, за лисами ходить. Я вижу дьявола. У него вообще нет отростков. Дьявол, он выжил. Нет, дьявол, тебе не жить. Туловище, я попал в туловище медведю. Ну, удачки. Что делать? Я найду его, добью. Я не убил дьявола. Такие олени не должны жить. Вот тот должен был жить, 266. Но и его фотка мне нужна. Он уже отжил свое, 266, ёкарн. А вот этим дьяволом еще жить и жить, расти. Нет, всех перебить. Никаких дьяволов. Завтра дьяволов надо будет. Завтра что будет? Вот это вот самое страшный интересное. Ивент. Страшный. Я бы нифига, примерно... самка 160-200. Благородная. Прикинь, какая жирная. Лисичка 0.10, а? Я опять сделал ошибку. Я не взял с собой аптечку. А, 0.10, даже не хочу эту лису. Я же говорил, найду, я найду их. А люблю уходить по ним, по следам. 0.10, 0.10, надоели уже. Да, тем более сейчас по следам вообще круто ходить. Двойной опыт. Сердце легкие. Нет, дьявола я убил. Все в порядке. Просто он как косуля, сразу не сдох. Медведь сразу сдох. А этот нет. 18. Ну это самка была, да? Да, самка это была, да. Самочка, самочка. Замочка. Так, мне еще говоришь три убить и все, да, значит? Да. А я дьявола сфотаю. Вот будет контраст. Нет, смотри, у него отростки есть, он реально как дьявол вообще. Такой прям, ух. Как бы тебя сфотать так, чтобы видно все было? Все твое убожество. А ты как сосиска, блядь. Ну, во, хотя бы так. Дорога твоя, крупным планом. Вот так вот. Я еще хотел еще спросить, у тебя кот-самец? Кот-самец, но без яиц. Главное, что самец, а ясно. Мне самка нужна. Не, мне самец. Котята нужны просто. Зачем тебе котята? Дома кошек хотят. Давно уже. Даже пробовали заводить. Они блохастые. Надо мыть туда-сюда. Зачем их мыть? Ай. Там уколы ставить, короче. Не знаю. Я своего к ветеринару один раз водил, чтобы он ему отрезал все и все.
Подсократили, конечно, популяцию благородных. Да. Так, еще 3 кила и... И 208, ой, 385-й. И можно будет отложить довольно зарядное. Ну, я уже столько Но мне оружия отложил. понравилось, короче. Не, прикольно, значит. Вначале мне не нравилось. 10-20! 10-20! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, никаких Давай, иди за отложить. ним уж, давай. Никаких отложить. 10-20. Давай до конца. Она идет в гору, я так не смогу. Слабый, что ли? Очень слабый. Пойди в Реально, гору. прям вообще вертикальная гора. Как там? Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет? Да, но мне там след надо взять. Ладно, я след отмечу просто. А так нечестно, что лисы тоже по текстурам ходят. Правильно? Пускай только бараны ходят по текстурам, а лисы нет. Ладно, я обойду эту гору, все. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пустите меня туда. Хе-хе-хе. Так, лиса, 10-20. А мне надо всего 11 килограмм. Один выстрел, один труп, и все. Правильно? Ага, по-любому. Выстрел нужен всегда. Я бы три типа каких-то любых. Любых, кроме лис. Их. Кроме. Так, я перестаю бежать и просто иду. Потому что я начал потихоньку приближаться. Двойной экспириенс. И я потерял ее след. Одно обидно. Что? Что в доте не будет куина. А, это да. Зато больше внимания можно уделить Ну да. охоте. Доту-то я столько ждал. Я ждал больше, чем охоту. Да, денежки, так скажем, ушли. А может они так всех наебали, типа, а потом бах! Прайс такой будет. Да. А может хоть на Новый год что-то сделают? Лиса, лиса. Коповка говорит, скоро Новый год, да? Да? Реально скоро теперь. Так уже, да, правда, скоро. Скоро пойдут выходные, выходные, выходные. Медь, вижу медведя. А быстрее бы уже какой-нибудь праздник, я не знаю. 16 декабря там, я не знаю, что-нибудь интересное. А когда у нас там День защитника Отечества? Ну, мая. Долго ждать. 15 декабря самый близкий праздник, наверное. Вроде бы. Так, благородный, ты мне не интересен. Абсолютно.
Я тут 10-20. Ходит, как попало. Здоровый самец так-то. Потому что не откликнулся на манок. И сам первый зарычал. А не здоровый всегда. Если еще зарычит, пойду его возьму. О, я слышу, как ты стреляешь. А близко 700 к тебе так. 700 метров. Коричневый медведь. Браун бир. Бир, найс бир фэмили. Бля, он далеко. Хочешь я тебе? Нет, я не могу. Хотя? Знаешь, где он? Огромный Хочу. самец. Вот здесь. Ты нарисовал? Да, я метку поставил. Давай нарисую сейчас. Где-то вот здесь. Должен быть дико Он сто рогатый. семьдесят шесть метров, лоб. Ой, метров, говорю, килограмм. 176 килограмм? Да? Лол. Реально какой-то дрыщ. Самец, поди. Самка? А, ну еще ладно. Я самки какая-то она. После спячки, видимо, с той карты. Может быть. Голову умирают? Вот я в голову уже убил двух медведей. А лоси нет. Лоси-то еще те. Для лося голова не главное. Вот-вот. Лось тупой ему. Пофигу. Эх, лисичка, сдавайся. Я слишком близко подойду к тебе. Да, я потом пойду. Не знаю, я иду за лисой. Так, бахну, напугаю лису еще. Да не, она далеко. Хотя нет, уже не так далеко. Ну, раз эта лиса большая, она никаких звуков не будет издавать. Вот он опять рычит.
Блин, тут такая местность стрёмная, мне нет занять позицию и ждать. Она, походу, свалила два следа рядом. Да, она была совсем близко ко мне, и походу она свалила. Теперь вопрос, куда она свалила? Потом второй вопрос, могу ли я ее догнать? Во, бегущий след нашел. Все в порядке. Ну, просто позиция очень стрёмная. Вообще ничего не видно дальше, там метров 15. И она реально подошла вот на манок. Ничего не случилось. О, слышал? А, ну это... Где-то здесь. Сейчас. Еще дальше, вот здесь. Ой, олень, вы же туда ушел. Это не обязательно мой, но он там был.
Довольно громко. А, вряд ли кто испугается там. 500 метров. Я не знаю даже, куда моя лиса пошла, так что... Так, теперь было бы неплохо найти труп, который был вот тут вот. А, вон он. Камней, эх. У меня самка благородного есть. Вот сволочь. Рядом была. Рядом, по крайней мере. Ладно, зато мне можно побегать. Поискать лисьи следы. А вон они. Блин, такая местность стрёмная, ёлки-палки. Она тут шла. Эх. Теперь по-любому бежит. Чего уж. Чего уж там. Еще одно животное надо. Пойду-ка я опять к реке. Там есть они. Эх, вот тут бы пришла лиса. Так все видно. Но она не придет. А если долго звать, может, придет? Реально вообще лису догнать? Ну, ты же догнал только что ее. Позвал Ну. ее, она даже как-то А теперь? реагировала. Ну, а теперь уже. Твое дело.
Восьмой левел трекинга на Red Deer'ов. Double XP. Дабл экспа, да. Ну, чё, несколько левелов взяли. Да. Уже приятно. Эди. Вот так. Еще плохо то, что они по текстурам бегают. Она сейчас убежит вот на эту гору и все. Пока я это все обойду, можно будет уже забыть про нее. Сколько тебе говоришь, еще надо один? Один, да. И вот. Но я могу добыть его в любом время, если тебе ревать надо. Не-не-не. В любом месте другом. Сразу Все равно говори. за лисичкой иду. Я хочу эту лисичку. Но она не хочет меня. Проблема. Отдайся мне, лисичка. Перезаряжусь, и мой будет 9-й килл. Перезарядиться Ну-ка, надо. ну-ка. Теперь я не вижу, вот это беда. Куда делся? Эй, ты! Где? Какие же там высокие горы на заднем плане. Ёкарный, там косуля, опять перезаряжаться? Ага. Теперь я благородного не вижу, вижу косулю, блядь. А я вот не знаю, куда моя лиса пошла. О, она кричала. Кричала, она кричала. Ой, ошибочка. Как же она, блядь, далеко. Она метров 300 от меня в горах. Можешь себе представить? Высоко-высоко в горах. Да, еще одна. Теперь я буду ее ждать, пока она не придет. Я не могу отсюда стрелять. Просто я лягу здесь и никуда отсюда не уйду. Залезть на этот камень. Похеру, что я ничего не вижу. Так, я косулю не вижу. Куда они уходят? Не Какой-то знаю. бермудский треугольник тут, может? Я не в воде, не видно мне. Вы выйдете. Выйдите, выйдете. Выйдите, не выйдете. Что-то я недопонял.
Ха! Она? Все-таки ее добыл. Она черная. Да неплохо. Да пошла ты нахер, сука. Ровно 10, сколько? блядь, Ровно 10, килограмм. но... Пиздец. Ровно 10, ровно 10, ровно 10. Ай, собака. Ровно 10. Естественно, мне ее не засчитали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ровно 10 килограмм. Ровно 10. Ровно 10 килограмм. Сука. Всего лишь 1,5 часа за ней шел. Чуть поменьше, ладно. Пускай 40 минут даже за ней шел. И она ровно 10 килограмм. Я думаю... Сейчас я посмотрю прям статистику. Там, точнее, пишут... 10 килограмм? 4 грамма. Блядская сука. Ну так, так разве вообще делается? Так тебе надо. Вот. Ну когда они были ровно? Ну блин. Но... Надо было 10 килограмм, не было ровно 10. Вот это бы пошла мне на десяточку. А туна сейчас наоборот, да? А вот сейчас, да, уже на десяточка это не пойдет. Ровно день. Ну ладно, хоть черная лиса. Да хоть зеленая, блин. Я был так рад, вот что она. Я застрелил. Вот она моя. Есть, достижение разблокировано. Хорош. Я победил, я победил. Эх. Победил дульнозарядную. А теперь у тебя какая будет? Теперь... Ну, это премиумная моя. А, двухстволочка. Ну и заодно револьвер 44-й потихоньку арбузи. Да-да-да, с пистолетами всегда проблемки. У меня все пистолеты недоделанные, так скажем. Ровно 10 вот килограмм. Вот 357-й как доделывать? Ну это только олени. Всяких лис убивать там, олени, лисы, да? Лисы, олени, да. У меня два следа разных медведей есть. Бурых. Ровно 10 килограмм. Всё, я добыл. А я не добыл. Так, ищем тебе лесу, да? Правильно? Да, да, да. Так, так, тогда я делаю ТП, наверное. Домой. Давай. Не прекрати перезаряжать. Перекрати. Выполня. Так, туда я не буду, на нижнюю, ближе она. Пьем. А я где-то еще самку благородного бахнул по пути с пистолета. Сердце легкие, и что-то я ее не могу обнаружить. Премиумная, возьмем 1 000 000 патронов на нее. 10 килограмм. Да, да, 10 килограмм. И 4 грамма. Сверху. Так, на лис смотрите, да? Мелкая дробь, да? Правильно? Да, нет, картечь красный. А, красная на лис? Да. Ого. Ладно. Плохо-то... Возьмем. И вот так. Все. Пока чисто этот возьму, дробовик. Так, 9-й левел трекинга на Лиза тем временем. Неплохо.
И след 5.15. Девятый левел. Уже скоро смогу отличать самец-самка. Все, теперь вот эта двухстволочка. Премиумная, блядь. Я же тебе премиумную купил. Эх. Ладно, хоть одна премиумная, как говорится. Да. А прикинь, только премиумные пушки покупать. Да. Покупал, были бы деньги. Я бы только премиумные покупал бы. 30.06 премиумные выпустили бы. Ух, купил бы по-любому. Ах. 30.30 есть, конечно, премиум, но 30.30 не А то. Я еще не добавили. Да, кстати, может завтра будет. Может завтра. Может за что-то будет ее давать, тоже будет неплохо Может быть, получить. да. А, лисий след расположен так, что я, наверное, уже труп. Ну, говоришь. Ну. 90 на 10, что я труп. Ёбаный в рот. Так, а теперь из этого... Как там его, с дробовика-то придется близко подходить, да? Да, это Довольно-таки. тебе не 12-кратная оптика. Это о Там всяких изи было. медведях, так скажем, можно забыть. Хотя... Да, я вижу медведя, но... Стреляй. Да нет, можно, я убивал. Можно, можно. С помповика же убивали. А, это не медведь, ёкарный бабы. Я напутал. Зато тебе можно пулей зарядить и всех тут убивать. Абсолютно всех, кроме лис. Да, я так и делаю. Делаю. Делал. Мне же тоже надо двухстволку обузить. А. Тебе больше пушек, которые надо обузить. Ой, да, не говори. У меня два пистолета, двухстволка, К-98, 9,3. Пожалуй, все. На, 22-й. И все. А, еще и лук. И все. Вроде ничего не забыл, да? Наверное, я не знаю. А вот это 5.15, она даже близко не будет. У меня столько благородных вокруг меня трется, это просто борода. Может 5.15 таки и будет, 12. Ну... Да, ведь была 5.15. Да. Была. Но тут 10.20 было. 10.20 ровно 10. 5.15 ровно 5. А 0.10 0? Лов, лиса 0 килограмм. Прикинь, меньше килограмма лису убить. Это что такое? Кролики тоже же не, блядь. О, возле меня лиса крикнула. Вали ее. Я благородного хочу. Вали их всех. Так, а теперь надо посмотреть, куда я попал.
Белые, конечно же, в сердце. Большие сомнения, но так вяло, как будто я ей в ногу попал. Туловище. Значит, в ногу. Да, два типа в гиле приходили сегодня к нам. Ага. Один с Я тоже хотел премиумной ведь купить как-то. 12-кратной оптикой. Премиумная 12-кратная. Эх. Зачем 12-кратная, я не понял. Первая и Я не сразу знаю. 12-кратная. Ладно, я купил, я уже и 3,8 у меня, как бы, 4,8 есть. Туда-сюда. Скажем, пострелял, но я хочу 3,9 все А равно. я хочу 12-кратную, все равно. Ну, вообще, я хочу все, скажем так. Но Ну, кто не хочет все? прицелы не особо важны, как бы. Ну, Больше всего я 3,9. хочу сейчас Ну-ка. либо новое ружье, либо Так. это Гили. бинокль. А, бинокль. Блин, бинокль И это дорогой. такое себе. А я хочу себе либо засидку, либо засидку. Засидку, либо засидку. Да. Ну, либо дальнозарядная классику. Да, классику у меня тоже бы шала. Я вижу медведя. Да, в кишки стрелять, я понял правильно. Если далеко, то стараться стрелять в кишки. Иди, ну-ка. Ушел за Тоже прорисовочку. интересно. Ладно, отметил. Это здесь я в него стрелял. Пошли в жопу эти лисы. А как мне отсюда спуститься? Либо там, либо только там, да? Хорошо. Я больше лисам не доверяю. Так, а следов-то и нету. Вот нехорошо. Не, ну если я найду следы 10-20, я, конечно, пойду за ней. И убью еще ее на 10 килограмм. Этот раз будет 10 килограмм, 5 грамм. Там же Да. 4 было, да? Да. Килов-то. Ну, хоть с 4 начал. Уже хорошо. Блин, а столько следов медведей здесь. Просто... Просто Так. непросто. Так. Нету ведь, нету. Следов моего оленя с туловищем. А, вот они, гад такой. Восьмой левел трекинга на медведей. Плохо. Да, но тут еще далеко. Ну смотри, сколько левелов понабирал. Халявных, двойных. Так бы в два раза дольше пришлось охотиться. Не 2 дня, а 4. Не 2 следа, 4. А ты взял уровень ружья себе? Такое. Ну какой-нибудь. Ты столько с него стреляешь? Или ты уже там максимальный? Потому что... А, и уровень ружья, Да, вот да, это ты да. имеешь в виду? Я не знаю даже. Потому что Гена за 2 дня он 5-й взял. Дульнозарядное я не взял, кстати, вроде бы. Не, быстро дают, пока нет уровня туда-сюда. Не дали. Может, дали, я не заметил. Помню. ЗЭ, короче.
Сдох мой медведь. Я много стрелял, ведь мне должны были дать, да? Да. Так, сейчас мы тебя будем смотреть. Малегас. Скиллы, оружие. 30.06, у тебя 8 левел. 06, да, я уже 100 лет не стрелял. Я да бужу по-любому. 7 у тебя? Левел. Пульнозарядный, 7? Да. 7,81% на 8. 44 у тебя почти. 5 левел. Двухстволка твоя у тебя 5 левел. Этот благородный, как он, как так? Становись, слабак. Тебе чуть-чуть еще, тебе 1% на белохвостых не хватило трекинга. До 13-го. Ай, наберется. Один раз попал, два раза стрелял. Ладно. Пойду вдоль берега. Может быть, попадутся какие-то лисы. Давай, давай, может быть. Или какие-нибудь медведи. Так, а сколько мне надо убить там лис, медведей и так далее? Так, животные. Так, я убил одну лису, да, за эту охоту. Если я убил одну лису, то мне осталось 129 лис. Ой, бля. Так, я убил пару благородных, а то и больше. Мне надо убить 46 было. 46. Медведей мне надо убить 137. Так, а что по оружию? Здесь понятно. С 30.06 мне осталось убить 32 животных. Вот, по-моему, следующее я нашел, с чего стрелять. Тридцать два животных. До уровня тебе будет. Я буду 1018. 1018, да? Значит, 1028 еще вполне реально взять, потому что надо сделать 31 килл с 454. Это две ближайших реальные цели. Ну и благородных там 30 чем-то убить тоже вполне реально. Чуть побольше. На вот этой карте особенно. Да. Просто берешь 30.06 и идешь хейтишь всех оленей. А по пути лис. А косуль 44-го. Мне надо 150 киллов сделать 44-го. Много. Да. Ну, я сегодня пострелял с пистолета. Килла 3, наверное, забрал. 3 или 4.
Медведь убегает, елки-палки. На меня бежит. А у меня с собой пистолета нет. На медведей. Это я, короче, не нашел. Нашел, но, блин, что-то я не хочу. Сильно не хочу. В сторону замка иди, там знаешь, сколько этих благородных было? На каждом углу орали мне. Самцы. Штук 5 точно было. Вижу замочку. Там берегу. Поудобнее надо как-то. Блин, а у меня походу медведь свалил. Я вообще так нехорошо. Я думал, он по реке побежит, я его убью, а он взял и развернулся, короче. Побежал в мою сторону. И теперь ушел там, по кустам, по всякой фигне. Лисья какашка. Интересно. Интересно. Да ёб твою мать, медведь, ну почему ты такой козёл? Братиш, ну ты чё, ёб твою мать? Не убегай только в горы. Блин, я... Косая винтовка. Я стрелял много выше, чем пуля прилетела. Я стрелял примерно в хребет, ну, в тот район. А пуля прилетела ему в жопу. Но если типа кишки задело, то я не против. А если нет? Нет, то беда. Беда. А медведь все равно. Так уж и далеко убежит. Главное не бегать там. И не палить, как. Морф папка, бля. Как начнет палить его. Ага. Нет, боди. Боди. Тело, туловище, как там? Да-да. Боди. Это писали, в HTML писали, да? Да. Боди. Но на случай близкого контакта с медведем у меня есть блейзер с пулями. Так что я готов подраться с ним. Как там? Я готов и всегда без штанов? Всегда готов и всегда без штанов. Я горностай, говорит. Да. Cartoon Network показывал эти мультики. А потом перестал показывать.
Но мультик шикарный. Там, типа, горностай был такой умный, там все делал, короче. И все такое. И был бабуин, дебил, ну, типа Патрика. И вот они там постоянно тусили. Горностай и бабуин, блядь. Там еще был краснозад. Он бегал на жопе. Это вообще кор. О! Умер твой медведь? Нет, лежит, ждет. Че ждешь? Пулю? Сейчас, погоди. Вот так. Кажется, здоровый медведь, но будет как всегда, да, дрыщ какой-то. Нет, смотри-ка. 407 килограмм. 25,6. Неплохой. Да. Да. Я тут думал. Думал, выглядит большое, а кажется, 15 очков. Почему соревнования всегда на самых больших? Почему не делать соревнования на самых маленьких? Я был бы чемпион всегда в этих соревнованиях. Самых-самых дрыщей. Вот то самого-самого тонкого найдет. Самого Когда бы ты безрогого. находил самых монстров таких? Ха. Ну да. Самых огромных. 100, 600 там. Лоси, 620, 620 по весу. Да. А вот тут лиса 10, от 10 до 20. Ну вот тебе 10. Да, лиса, конечно. Лучше бы 5-15 сказали уже. Тут более Хороша. как-то. Пойти нельзя туда. Камни. Тут 10-20, Дают она мне пройти. 4 грамма, блин, больше, чем 10. Разве так делается вообще? Разве так можно с живыми людьми, которые идут за этими лисами по полдня? Я почти догнал, потом упустил, потом опять догнал, потом убил. Эх, ну ладно. Зато трекинг качнул. Да, тем более это дабл экспата. Чтоб не качнул. Надо арбузить. Я конфетку съем. Я что-то подустал, что ли, может ливнуть, хватит, наверное. Вот и. Это Вовка тоже сложно. подустал. Тоже подустал, да? Угу. Ой, мне сразу сообщение какое-то. Что-то я не добил тут, да, правда. Еще медведь. И 123 убийства, 44-го мне надо. Этого 133 надо. Ламповика я еще и 25 не убил. Ой, с 357-го, то есть. Я уже больше. И ведь надо арбалет арбузить. Ой-ой. Да, ну вот арбалет, наверное, самый тяжело будет. Сейчас все-таки совсем близко надо подходить.
А без манка это довольно трудно сделать. Руки. Посмотреть мой аватар, который сейчас. Кишки. Сойдет. Сдох. Неплохо. Чё это 4-5 медведей за одну охоту? Да, тут их можно наказывать. Да и там не особо сложно. Ну, два раза попал. Ну это маленькая медведица. 172 килограмма. Так, ну, наверное, можно и ливнуть.